С 2007 года школа кикбоксинга функционирует в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва «Спартак». Более 50 молодых спортсменов тренируются под руководством Хизри Саипова. Есть ребята из города, есть из близлежащих районов, а также воспитанники спортшколы-интернат. Целый цикл отличных спортсменов, есть чемпионы Дагестана, России, а также победители и призеры международных турниров. Первенство мира по кикбоксингу проходило в Италии, городе Римини. Я участвовал среди младших юниоров, весел в категории 54 килограмма. Два боя выиграл. Первого поляка, второго серба и белоруса проиграл. Абдул Камалов выступает в весовой категории 54-57 килограмм. В зависимости от подготовительного времени выступления на турнирах. Является победителем первенства Дагестана, а также чемпион России. Как отмечает наставник молодых спортсменов, данные результаты – это огромный труд. И каждый из воспитанников выкладывается как на тренировочном процессе. У нас есть ребята в бойцовском клубе, которые тренируются и в тайском боксе, которые выступают, также и в кикбоксинге в разделе К1, в разделе лоу-кика, как универсальные бойцы, кто как тебя где найдет. Да. Есть ребята, которые по боксу тоже боксируют, победители есть турнира имени Рухмана Мусаева по боксу, тренер класса Б, есть победитель у нас Баширов Башир. Такие тоже ребята есть, да. Как бы мы в кикбоксе, в тайском боксе, и в боксе тоже двигаемся. За несколько лет тренировок в спортзале «Спартак» воспитанники Хизри Саипова становились победителями первенства мира, чемпионы страны, есть бронзовые призеры чемпионата мира среди взрослых и победители Кубка мира. Занимаемся 8 год под руководством Саипова. Хороший тренер, всем советую. Вот сейчас, в данное время, мы готовимся на чемпионат Европы, который будет проходить в Испании. Сейчас будут хорошие усиленные тренировки. Готовимся к сборам сначала. Сегодня некоторые спортсмены проводят подготовку на Дагестан, который является отборочным этапом на Россию. Кто-то проводит подготовку на Кубок мира «Диамон», который пройдет в городе Анапа. И подготовительный процесс Адлана Абдулатипова, который будет представлять Хасвертовскую школу кикбоксинга на чемпионате Европы в Испании. Арслан Дациев, Магомед Тимирсултанов, информационная программа «Пульс».